Здравствуйте, в эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». Вот и закончились новогодние праздники, но поверьте, это не повод грустить. Наоборот, сейчас самое время встряхнуться, начать строить планы на 2017 и наслаждаться каждым новым днем. В Рязанской области множество удивительных уголков, которые обязательно стоит посетить в новом году. Несомненно, в их числе Окский биосферный заповедник. Наша съемочная группа совершила путешествие в этот сказочный край накануне Дня заповедников и национальных парков. 11 января в нашей стране отметили День заповедников и национальных парков. Для рязанцев это отличный повод вспомнить, что на территории нашей области находится одна из крупнейших охранных зон европейской части России – Окский государственный природный биосферный заповедник. Образован он был в далеком 1935 году специально для сохранения русской выхухоли. Сегодня же его цели и задачи значительно расширились. Основная задача заповедник – это сохранение территории заповедника, то есть, чтобы совсем полностью уберечь, чтобы туда не ступала нога человека. Это наша основная задача, и мы стараемся, к этому все время стремимся. Вот. Но когда это удается в большей степени, когда-то в меньшей, но, в общем-то, главное, что это происходит. В общем-то, заповедник испытывает минимальное воздействие со стороны антропогена, то есть со стороны человеческой деятельности. И вот две других задачи – это изучение природных процессов, животных, растений, которые на его территории обитают. На сегодняшний день территория заповедника составляет порядка 80 тысяч гектаров. Под охраной находится вся эта территория. Разница только в том, что на определенных участках посетителям заповедника и жителям окрестных деревень можно прогуливаться, собирать грибы и ягоды. А где-то за это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. На противоположной стороне реки находится так называемое ядро заповедника. Это более 22 тысяч гектаров. И вход на эту территорию всем, кроме сотрудников самого заповедника, строго запрещен. Многочисленные фотоловушки не дают ни малейшей возможности незаметно проникнуть на территорию ядра. Кроме того, инспекторы постоянно патрулируют эту территорию, а зимой они же помогают научным сотрудникам заповедника отслеживать численность животных. Метод, при помощи которого это становится возможным, так называемый ЗМУ, зимний маршрутный учет, был разработан здесь же, в Окском заповеднике. Каким образом это делается, нам не только рассказали, но и показали. Первый день мы затираем. Я вам покажу, как это делается. Вот след зайчий, например, да? Лосиный, зайчий, без разницы, любой след. Проходит, мы его затираем. Первый день затираем, на второй день, через сутки, мы идем же по тому же маршруту, по своему следу, и уже учитываем следы свежие. Вот он, заяц, пробежал, все, одна особь у нас есть. Там лось прошел, кабан, волк. Заяц, лиса, вот, и заносим такие маршрутные листы у нас, и мы туда заносим. А потом сдаем в научный отдел, все это суммируется по всему заповеднику, и уже наука подсчитывает, сколько у нас зверя. Маршрут каждого инспектора составляет порядка 10 километров, и порой во время его прохождения инспекторы встречаются с животными. Лось, кабан, бывает, что и выбегает. Ну, в основном лось, конечно, он такой ненапуганный. Кабан, он, у него специфика какая, в болот залез, там холодно, он где-то закопался. А лось непуганный выходит, может стоять рядом. И волки, бывает, попадаются. Конечно, обычным туристам, которые каждый год активно посещают заповедник, вряд ли посчастливится увидеть подобных животных в лесу. Зато они могут познакомиться с ними в музее природы и даже услышать, как, например, общаются между собой зубры. Кстати, зубров здесь можно увидеть и вживую. Сейчас мы находимся на территории одного из двух питомников России по разведению зубров. Это питомник Окского заповедника. На сегодняшний день здесь успешно справляются с восстановлением популяции самого крупного копытного животного Европы. Питомник зубров был создан в 1959 году. Именно тогда здесь начали выращивать поголовья, которые по мере подрастания выпускаются в естественные угодья. Но несмотря на то, что выращиваются зубры в Окском заповеднике, на территории Рязанской области в дикой природе они не встречаются. Мы в заповеднике себя зубров вообще не внедряли, не выпускали ни разу. И даже на территории Рязанской области не выпускали, потому что это
выпуск зубров происходит по программе. Существует рабочая группа по зубрам в России, которая определяет стратегию восстановления вот этих вольных популяций на территории России там, и других государств. Кроме того, с 1979 года на территории заповедника работает питомник редких видов журавлей, основной целью которого является восстановление угасающей популяции стерхов. Все это представляет огромный интерес не только для научных сотрудников, но и для туристов, которые хотят узнать больше о природе родного края. На базе этих питомников у нас есть показательные площадки. И, соответственно, наверное, только у нас получается, вот можно посмотреть действительно и зубров в показательных вольерах, и журавлей, причем все 7 видов журавлей фауны России. Поэтому в этом плане у нас, конечно, очень богатая вот такая вот основа, на основе которой мы развиваем, вот, ну, можно сказать, познавательный туризм, если так. Сами сотрудники заповедника говорят, что их работа включает в себя три основных задачи. Это охрана природы, изучение всех ее естественных процессов и, конечно же, экологическое просвещение. Ежегодно заповедник посещают тысячи туристов. Помимо питомников и музея, здесь можно пройти по специально разработанным маршрутам и почувствовать себя частью природы. Чаще всего Новый год мы начинаем с обещаний, данных самим себе. Кто-то в новом году собирается заняться спортом, кто-то начинает борьбу с вредными привычками, ну а некоторые ставят задачу изучить иностранный язык. В 19 веке представители дворянских семей в идеале разговаривали на французском. В 21-м большинство жителей нашей страны изучают английский язык, который является международным. Вообще, на сегодняшний день знание иностранных языков считается модным, престижным и, безусловно, полезным. Так что на вопрос, нужно ли изучать языки, ответ однозначный. Нужно, я считаю, что нужно. Хотя бы для общего развития. Чтобы можно было поехать в другую страну и общаться с другими людьми, понимая их, и они будут понимать вас. Для разностороннего развития это, во-первых. А во-вторых, мы не можем сейчас уже обойтись без иностранных языков, так как мы живем в такой стране и в мире, когда нужно пользоваться иностранной информацией по-любому, например, при изучении каких-то, например, точных наук или что-то еще, вот даже та же самая медицина, многие научные труды и работы выходят только на английском и переводятся не совсем скоро, поэтому язык абсолютно нужен. Ну, актуально, потому что у нас очень много иностранцев приезжает. У нас вот МЕД, МВД, ребята, иностранцы очень хорошо разговаривают на нескольких языках, включая русский язык, свободно общаются, мне кажется, это актуально. Однако школьного, а иногда и университетского образования бывает недостаточно. И здесь, возможно, несколько вариантов. Ну, во-первых, имея базовый уровень знаний, можно попробовать достичь успеха самостоятельно. В этом помогут учебные пособия, аудиоуроки, чтение художественной литературы. Естественно, успеха можно добиться таким образом. Это как бы такое естественное освоение языка, как ребенок изучает язык. Никто ему не объясняет, там, падежи, никто ему не объясняет, что вот здесь тебе нужно вот такое окончание использовать, если ты хочешь сказать, да, какую-то фразу. Ребенок слушает просто родителей и постепенно начинает говорить сам. Второй вариант изучения языка в лингвистическом центре, на языковых курсах или же на индивидуальных занятиях с преподавателем. Здесь вам предложат системный подход к изучению языка, значительно отличающийся от классического. Скучного изучения нет. Во-первых, у меня начинается все с освоения базового разговорного языка, потому что, в принципе, для повседневного общения не нужно знать 12 времен, необходимо всего лишь 5. Есть еще несколько грамматических правил, которые необходимы вот именно для базового общения. И со своими учениками у меня, во-первых, у меня коммуникативный подход, то есть мы в основном общаемся. Но, естественно, преподаватели, роль преподавателя – это правильно направлять это общение, поддерживать определенное настроение, потому что очень важно психологический настрой, да, очень важен в изучении языка. Сложно поверить, но в школе Анатолий Тверитнев имел единственную тройку как раз по английскому языку. Однако дополнительные занятия привили ему любовь к этому предмету. А после окончания Рязанского государственного университета сразу по двум специальностям – переводчик и преподаватель английского языка. Анатолий, систематизировав методы изучения, сегодня успешно преподает английский. По его словам, для овладения базовым уровнем со словарным запасом более 1000 слов и достойным произношением необходимо от 12 до 18 занятий. Но, конечно же, и после этого желательно совершенствоваться и практиковаться в языке. Практика важна. Я считаю, что роль практики – это как, знаете, как езда на велосипеде, к примеру.
когда вы уже научились кататься, вы какое-то время, потом у вас был перерыв, но вы, если вы сядете опять на велосипед, вы первое там время себя будете неуверенно чувствовать, через несколько минут вы уже, у вас мышечная память сработает, и вы уже поедете нормально. То есть если у вас были когда-то хорошие знания, естественно, вам, чтобы их освежить, просто нужно некоторое время, но потом вы опять их восстановите. И что касается практики и возможностей вообще практики, то, естественно, современный мир нам предоставляет много возможностей. И если, как вы говорите, нет возможности общаться с носителями, ее всегда можно найти. В Рязани есть несколько клубов разговорного английского. Один из них я, кстати, провожу. Там приходят и иностранцы, которые у нас обучаются в Рязани. Есть интернет, опять же, можно найти. Есть специальные сервисы, можно найти себе собеседников из других стран и с ними общаться. В общем, вывод можно сделать только один. В любом деле, в том числе и в изучении иностранных языков, главное – желание. А уж возможностей в современном обществе действительно хоть отбавляй. И при их правильном использовании вы гарантированно заговорите на любом выбранном вами языке. Не стоит забывать в новом году и об искусстве. Прикоснуться к прекрасному сегодня можно на выставке «Следуя традициям», которая работает в Рязанском художественном музее. Помимо выставочной деятельности и деятельности по сохранению имеющихся произведений искусства, рязанские музеи постоянно занимаются пополнением своих коллекций. Разумеется, это длительный и сложный процесс, с результатами которого с определенной периодичностью Рязанский художественный музей знакомит жителей нашего города. Так, вслед за выставкой живописи и скульптуры, открывшейся в ноябре прошлого года, здесь начала свою работу экспозиция, на которой представлены рисунок и печатная графика из новых поступлений. Всего это около 600 листов, но для выставки было выбрано порядка 100 работ. Особое место среди них занимают карандашные рисунки классика русского искусства первой трети 20 века Филиппа Малявина. Филипп Андреевич Малявин закономерно вызывает у Рязанского музея особый интерес, поскольку творчество его напрямую связано с Рязанской землей. Здесь, в селе Аксинино, у него была мастерская с начала 900-х годов, и образы его крестьянских полотен, они во многом связаны именно с рязанскими впечатлениями. Фонд рисунка музея пополнили 7 карандашных набросков Филиппа Малявина. 6 были куплены на средства Министерства культуры у частного лица. Один рисунок был подарен московским коллекционерам. В основном это изображение крестьянок, но есть среди набросков и автопортрет, который вызывает наибольший интерес. Автопортретов тоже грандиозное количество в наследии Малявина, но даже среди них наш автопортрет выделяется экспрессией. Малявин художник непростой. Такая внутренняя проблемность была свойственна его художническому миру, и это ощущается в автопортретах. А фонд печатной графики обогатился, среди прочего, 3 альбомами литографии замечательного мастера первой половины 20 века Павла Кузнецова. Прославился этот художник своими картинами на восточные темы. На выставке представлены работы в цвете из альбома «Горная Бухара», а также черно-белые из альбома «Туркестан». Кузнецов – выдающийся колорист, даже в графике он пользуется цветом и делает это виртуозно. Но может быть даже более поразительно, насколько как бы тонок он в черно-белых листах. Там, где цвет, там красота, изящество, тонкость колорита ожидаемы. Тем более мы знаем Кузнецова как мастера цвета. А вот в черно-белых вещах вот эта тонкость, она выражается опосредованно через тональные переходы, через пространственность. Листы черно-белые, может быть, менее эффектные, но к ним стоит присмотреться. Представлены на выставке и работы наших земляков. Среди них можно выделить несколько рисунков Георгия Вагнера из альбома «Колымских зарисовок». Выставка «Следуя традициям» будет работать до 5 марта, так что спешите познакомиться с новыми поступлениями Рязанского художественного музея. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Встретимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий.